я решила сделать свой маленький бизнес, и если получится немножко на этом заработать, поэтому я налепила очень много аппетитных пончиков и гамбургеров из полимерной глины. Из них можно сделать стильную подвесочку или очень супер-пупер аппетитные сережечки. Если вам интересно, то не переключайтесь. Многие мне говорили, что у меня очень красивые изделия из полимерной глины, и я решила, может, я их смогу продать. Если они вам нравятся, пишите снизу в комментариях. Если вы из Гродно, то вы их можете приобрести в моем любимом павильончике «Пуговка». Он находится на Советских Програничников, Гродно, на мини-рынке Поповича. В общем-то, все адреса я оставлю снизу в описании. Но если же вы не из Гродно, но они все же вам нравятся, то находите меня в соцсетях, все ссылочки будут снизу в описании. И мы с вами спишемся и решим все вопросы. Кстати, вы просто заходите в мои группы, там будет весело, интересно. А если вы увлекаетесь лепкой и у вас есть такая глина, то я вам сейчас покажу, как быстро сделать пончик. А про гамбургер у меня уже есть видео на канале, ссылочка будет снизу в описании, заглядывайте туда снизу. Так, а теперь я вам давайте покажу, как быстро сделать пончик. У меня есть такой вот молочный такой вот цвет. Он для самой основы пончика, для булочки у пончика. Да. Вот. Теперь из него слепим кружочек. Да. Так как он тут вот такой чуть-чуть твердоватенький изначально. Да. Делаем кружочек, я его уже сделала. Теперь делаем вот эту вот подливачку, которая сверху. Глазурь. Вот. Берем, разминаем другой цвет и делаем из него тоненькую-тоненькую-маленькую-маленькую лепешечку. Вот я делала лепешечку, теперь ее налаживаем на нашу основу кружочка. Налаживаем. Вот так вот. И теперь снова раскатываем наш пончик. Будущий пончик. Этот пончик уже похож на пончик без дырочки, но мы все же сделаем с дырочкой. Немного его приплюснем пальчиком. О, посмотрите, какой красивый получается. И сделаем дырочку для начала зубочисточкой. Делаем дырочку. Так вот, поправим с другой стороны. Теперь большой какой-нибудь палочкой. Если у вас есть специальные инструменты, то можно и ими. Вот такой он получился сзади чуть-чуть. Теперь давайте сделаем посыпочку разноцветную. Давайте для начала возьмем один цвет, это, допустим, оранжевый. И скатаем из него колбасочку. Очень тоненькую. Скатали сосисочку, теперь ее нарезаем тоненькими полосочками, палочками. Бу-бу. Теперь накладываем нашу посыпочку на пончик. В таком разбросанном порядке. Я сделала таким образом несколько цветов, и пончик получился очень красивый и аппетитный. Итак, таким образом я налепила очень много пончиков, и также тут есть гамбургерами. Гамбургеры теперь их ставим в духовку на 130 градусов на 10 минут. Итак, прошло примерно полчаса, наши пончики остыли. И посмотрите, какие они красивенькие получились. Их осталось только покрыть лаком и вставить штифты. И пончики готовы к продаже. Если вам понравились мои пончики, то ставьте пальчик вверх, не пожалеете. И даже если вам просто понравился видосик, то тоже поставьте пальчик вверх. Кликайте вот на эту кнопочку подписаться на ютубе.
и подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. С вами была я, Алина, и всем пока!